В среду в Алжире объявлен трехдневный траур по жертвам крушения военно-транспортного самолета, которое произошло накануне в горах на востоке страны. Погибли 76 человек. Сообщается также об одном выжившем военнослужащем. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу. На борту самолета находились военные и их семьи, а также члены экипажа. Изначально местные СМИ сообщали, что погибших более сотни, но эта информация не подтвердилась. Как сообщается, среди погибших 6 женщин. Самолет выполнял еженедельный рейс по маршруту Таманрасет-Константина, пролегающим через всю страну. Катастрофа произошла во время снижения для захода на посадку. По предварительным данным, ей способствовали плохая погода и сильный ветер. Министерство обороны Алжира учредило специальную комиссию для расследования причин аварии. Высшие военные чины планируют выехать на место крушения лично. Это крушение стало худшим в Алжире с 2003 года, когда здесь разбился пассажирский «Боинг», погубив 102 человека.